Сегодня мы пришли к вам не просто так. 19 ноября у нас на территории страны стартовала всероссийская акция «Пристегнись, Россия». Всем вам прекрасно известно, что пассажиры транспортного средства должны быть обязательно пристегнуты. Молодцы. Так вот, я очень рада, что вы знаете это. Если кто не знает, обязательно рассказываем. Для чего нам это надо, ребят? Для сохранения своей жизни, здоровья, правда? Да. Я пристегнулся, пристегнись и ты, пристегнись, Россия! Я к вам приехала не просто так. В нашей стране сейчас до конца этого года проходит всероссийская акция «Пристегнись, Россия!». И вы, дорогие мои, станете участниками данной акции. Я уверена, уже 100% знаю, что вы знаете, как вы должны ездить в машине. Пристегнутые! А еще? В детском кресле!